очень радует, что собралась такая, скажем так, активная публика болельщиков «Факела». Все ребята не один год поддерживают команду, но также много и новичков сегодня пришло. Все участвуют, очень здорово, весело. Вопросы непростые, но для настоящих факелонов они их щелкают, как орешки. Вообще, когда я увидела рекламу, что будет такое мероприятие, сразу захотелось поучаствовать. Квиз вообще очень интересный, да? А тут про факел, про любимую команду. Собрались, мне кажется, больше знатоки. Вот, большинство уже давно болеют, много про факел знают. Вопросы разные. Я, конечно, готовилась, не все знала. Ну, чем хороши эти квизы, да? Тем, что пока готовилась, узнала много нового про команду, которую я люблю, за которую болею. Шел с огромным удовольствием в ожидании интересной игры. Фаворитом никак не мог себя записать, но, честное слово, мы приехали, чтобы победить. Вот реально настраивались только на победу. Данное мероприятие мы проводим впервые. Для нас это новый формат. И надеемся, если людям понравится, мы в дальнейшем будем проводить для всех болельщиков футбольного клуба «Факел».